Согласно исследованиям и прогнозам ученых-геронтологов, к 2050 году более 2 миллиардов человек на планете достигнут 60-летнего возраста за счет долголетия, что доказывает, что человеческая жизнь с каждым годом становится длиннее. За последние 20 лет средняя продолжительность жизни жителей Таджикистана увеличилась примерно на 13 лет и сейчас составляет 75 лет. Достижение долголетия жителей до такого уровня, значительное снижение материнской и детской смертности является большим достижением периода независимости Таджикистана и основано на успешной социально-экономической политике государства. Согласно анализу и выводам специалистов в данной области, средняя продолжительность жизни человека зависит от нескольких факторов. Это хорошие условия жизни, правильное питание и спокойствие. Для долгожителей важно питаться тем, чем питались предки, потому что к этим продуктам на генетическом уровне адаптировался их организм. Поэтому нет одинаково полезных продуктов для жителей нашей планеты. Но, как правило, у долгожителей есть общие черты. Они активные, с высоким творческим потенциалом, закалены в труде, оптимистичные, добрые, любят свежий воздух. Многие занимаются спортом. Долгожители любят всех членов своей семьи и всех людей. Они радуются тому, что у них есть, редко подвержены стрессам, а любой стресс во многих клетках нарушает функцию генов. Именно тогда появляются многие заболевания, ускоряющие приближение старости. Человек сам творец своего здоровья и долголетия. Каждый из нас должен перенять уникальный опыт долгой, здоровой и счастливой жизни долгожителей, учиться у них умению приспосабливать свой образ жизни к наследственным особенностям организма. Зумрад Файзиева, Дильшоди Хушбахт, новости.